иногда, может быть, наши видео не очень интересно смонтированы, и, возможно, они не всегда очень такие информативные. Но работы, правда, много, и вот сегодня суббота, с самого утра, и сейчас почти 10 вечера, мы работаем, мы закрываем заказы, ищем автомобили, и, правда, уже не остается времени на какой-то интересный монтаж. Сегодня мы закрыли Volvo, я показывал, и сегодня мы закрыли Opel Astra H. 140 сил, это трехдверное купе. Сейчас Дима расскажет, какие есть по автомобилю нюансы, и расскажет историю. Эта машина, например, мы забираем сейчас ее у Корианы и везем ее вместе с Елизаветой к ней домой. Но этот автомобиль здесь уже не один час. А почему, сейчас Дима об этом расскажет. И еще раз, извините, наверное, за качество именно монтажа. Буду стараться, но не всегда удается, не всегда есть время. Так, расскажи, пожалуйста, тут все было непросто, все очень, на самом деле, было все так было интересно, да. Смотреть автомобиль было непросто, потому что неделю девушка была на даче, я с ней созванивался почти ежедневно, чтобы ее посмотреть. Но в итоге вот дождался, посмотрел жемчужный плазик, данный вариант. Автомобиль полностью в родной краске, 7-го года, пробег 70 600, по-моему, пробег. Максимальная комплектация, кроме панорамной крыши. То есть только тут кроме панорамы, все остальное здесь как бы фарш. Максимально. Климат-контроль, полноценный автомат. Автомат, не робот. Ага. Старт-стоп кнопка. Ну, вообще. Тут круиз, климат, все. Круиз, все подогревы, климат, датчики, все. Светодатчики, спорт, кнопка есть, парктроник сзади заводской есть. Да, но смотри, тут машина здесь, я уже упомянул, уже несколько часов стоит. Есть царапинка. Ой-ой-ой. А, тут еще бесключевой доступ. Бесключевой доступ, да. Да, и зимняя резина, слушай, а состояние-то, я смотрю, нормально, состояние, да? Состояние хорошее на летых дисках. Класс. Но я говорю, вот я упомянул, что машина здесь уже как минимум 3-4 часа. Почему? Расскажи вкратце. При бюджете 450 у заказа за 390 забрали. 360 тысяч сэкономили. 60 тысяч, кстати, да? Загнали автомобиль на сервис, после чего на сервисе... Давай, сядем. Давай, рассказывай. На сервисе все время опускают окна по причине боязни, что закроется машина с ключами. Соответственно, окно опустили, на сервисе ее протрясли, нашли только передний правый суппорт чуть-чуть подклинивает и задние сайлентблоки, задние балки, да, под замену, потому что они уже плохие. Когда нам выгнали его мастер по приемке, он начал закрывать окно, окно пошло криво. Почему это произошло, непонятно, но сняв обшивку, мы увидели, что... Ну, то есть ты сам разобрал сразу обшивку? Сам, да, быстренько разобрал обшивку и увидел, что там клепки просто срезало. Ага. Соответственно, правая сторона, поскольку стекло огромное, она... Под тяжестью... Ей не на что было опереться. Левая шла, а правая нет. Соответственно, часа на два мы залипли опять на сервисе, чтобы эти клепки все высверлить, полностью светоподъемник выровнять и поставить все на место. Вот, соответственно... Все. Собрали обшивку, вот все прекрасно работает. Так, все, устранили, заключили сделку, и машина досталась уже Елизавете. Даже складывание зеркал. 7-й год. 7-й год, да, кстати. Разверни. Опа. Нет, красота. Красота действительно. За 390 тысяч, я скажу так, наверное, лучше варианта было бы не найти. Слушай, ну все, заказ закрыт. Поздравляю, молодец, классно. Классно, это действительно очень, это находка прям в нашем стиле. Сейчас поздравим Елизавету. Сейчас поздравим Елизавету. Елизавету снимать не будем, она попросила этого не делать. И поможем ей доставить автомобиль до дома. Все, ребят, мы снимаем свою работу. Еще раз извиняюсь за качество монтажа. Не всегда, опять же, повторюсь, есть время. Поддержите нас тоже. Когда вы ставите лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, это все очень помогает развивать канал. Это тоже не лишнее для нас. Поэтому ждем от вас такой же поддержки. Ну и смотрите нас дальше. Будем показывать, как мы работаем и освещать, какие автомобили мы находим. Да? Да. Все, всем пока. Пока.